Многофункциональный центр на Можайском шоссе. Практически все посетители в масках. К тем, кто все же игнорирует правила, члены общественной палаты подходят с разъяснительными беседами. К сожалению, мы увидели, что вы без маски. Вы не скажете, почему вы ее не надели? А я просто сейчас позвонила. Я до этого в маске была. Да? Да. Ну, к вам огромная просьба все-таки, да, стараться сохранять масочный режим. Хорошо. Потому что действительно это сейчас очень важно. Хорошо. Спасибо вам большое за внимание. Я забыл. У меня есть маска. Сейчас я одену, все будет нормально. Если кто-то из посетителей пришел в МФЦ без маски, ее можно получить прямо на ресепшене. У менеджера всегда под рукой новые защитные средства. Без них на прием не попасть. Но, как показывает опрос, большинство жителей надевают маски не потому, что этого требует правило, а потому, что осознают степень опасности. Я считаю, что нужно соблюдать, да. Потому что мы боимся, у нас возраст такой, мы боимся, мы соблюдаем. После посещения МФЦ представители общественной палаты прошли по торговому центру. В основном посетители в масках, единственное, что не все их правильно носят. Ну, потому что, наверное, дышать не очень удобно. Общественники напомнили нарушителям, что маска должна полностью закрывать дыхательные пути. В противном случае средства защиты малоэффективны. А пассажирам общественного транспорта даже разъяснительные беседы не понадобились. Они в полной мере соблюдают меры предосторожности. На самом деле, что радует, что действительно в общей сложности, конечно, люди соблюдают масочный режим и, ну, также, скажем так, объясняют, почему это необходимо, почему это важно с их точки зрения. Естественно, есть люди, которые считают, что это не так, что это не нужно, что они не болеют. Вот, но мы со своей стороны ведем просто разъяснительную работу и объясняем, почему это важно в данный момент. Общественники еще раз подчеркивают, несоблюдение масочного режима увеличивает риски распространения коронавирусной инфекции. Они призывают каждого жителя Одинцовского городского округа ответственно относиться и к собственному здоровью, и к здоровью окружающих. Елена Кравченко, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».